средств-канале 2018 является генеральный партнер фестиваля «Холдинг Астрахани ПЭМ», компания «Ростелеком», группа компаний «Каспийская энергия». «Ростелеком» – один из крупнейших операторов связи на рынке цифровых услуг. Интерактивный ТВ «Ростелеком» – это новый формат телевидения. Вы можете управлять просмотром, перематывая рекламные паузы передачи, ставя на паузы эфир, записывать любимые программы, смотреть десятки каналов в цифровом качестве, пойте караоке дома, смотрите телепрограмму у себя на смартфоне, берите фильмы на прокат, используйте родительский контроль. В сети интерактивного телевидения «Ростелеком» более 200 каналов на любой вкус и выбор. Все каналы в четком цифровом качестве, а также в HD качестве. Подключите интерактивное телевидение «Ростелеком» в Астрахани и получите массу новых возможностей. И не забудьте про скоростной домашний интернет, ведь выгоднее подключить сразу несколько услуг. Сегодня на площадке «Ростелекома» работают менеджеры компании, которые проконсультируют и помогут подобрать выгодный вам тариф. «Ростелеком» – один из крупнейших операторов на рынке цифровых услуг. «Ростелеком» создает комфорт в вашем доме и офисе. А я хочу напомнить, что компания «Ростелеком» подготовила 7 подарков для наших участников, и один из них достанется самому юному мореплавателю фестиваля. Позволяющие выполнять самые сложные комплексные проекты по созданию объектов, освоению шельфовых месторождений, а также является уникальным предприятием региона, которое более 80 лет занимается строительством судов класса «Река-море». А также акционерное общество «Астраханское судостроительное производственное объединение» проводит набор по следующим специальностям: судосборщики, электросварщики, электромонтажники, инженер-дефектоскопист, изолировщики судовые, маляры судовые. Обращаться по телефону 28-34-15. И группа компании «Каспийская энергия» также приготовила свой подарок мореплавателям канале 2018. Партнеры фестиваля – рыболовно-охотничья база семейного отдыха на Калиновке. Вы можете сфотографироваться в словом фотозоны. Также партнер фестиваля – аккумулятор-центр. 25 лет на рынке региона. Аккумулятор-центр – это гарантия качества и надежности. Славянская 1Б, Московская 23. Магазин 14 километр, продажа лодочных моторов, запчастей и сервисное обслуживание. Также партнер фестиваля канале 2018. Магазин 14 километр предлагает большой ассортимент для лодок, катеров по низким ценам, а также широкую линейку лодочных моторных масел. Магазин находится по адресу село Каргали, улица Камытякская, 3А. Магазин света «Триал Свет». Света в городе стало больше. «Триал Свет» – это люстры, бра, светильники, торшеры, лампы, точечное освещение, свет для вашего дома и офиса.
Если вы проголодались и хотите вкусно покушать, то вам поможет доставка японской кухни от суши-маркета «Три самурая» на Савушкиной. Вкус восточного рая доставит «Три самурая». Изысканный шашлык и блюдо кавказской кухни удовлетворит вкус самого взыскательного гурмана. Кафе «Старый замок» на Космонавтов 9. Вы можете привезти в старом замке банкет, корпоратив или даже заказать блюдо на дом. Школа программирования «Алгоритмика Астрахань» научит ваших детей создавать игры, мультфильмы, познакомит вас с увлекательным миром программирования. Магазин «Техно Мари» также партнер фестиваля «Все для лодочных моторов». Магазин строительных материалов «Левша Мастер». Магазин «Левша Мастер». Магазин строительных инструментов. Высокое качество, низкие цены. Медицинский центр новых технологий на Челюскинцев 82. Современные методы лечения и доктора с большой врачебной практики, отоларингологии, хирургии, лечения суставов, терапии, неврологии, физиотерапии для взрослых и детей. Медицинский центр новых технологий, инноваций и опыт в медицине. Также партнер фестиваля «Канале 2018» и был участником «Канале 2018» провайдер интернет и цифрового телевидения «Тел Плюс». Цифровое телевидение интернет «Тел Плюс». «Тел Плюс» – лучший молодежный провайдер года по итогам премии «Каспий 2018». Чуть-чуть просим убавить на музыку. Уважаемые астраханцы, поднимите руки те, кто сделал фотографию у наших партнеров фестиваля канале 2018 у астраханских региональных гильдий риэлторов. Кто сделал фотографию и выложил в Инстаграм? Поднимите руки выше, чтобы мы увидели. Итак, уважаемые друзья, астраханцы и гости нашего города, сейчас руководитель Васильев Никита Александрович, руководитель недвижимости «Бест», будет вручать вот эти самые призы. Напоминаю, телевизор мы сейчас с вами разыграем, планшет и аудиоколонку. Так что вспоминаем, как вы называетесь в Инстаграме. И если сейчас вы услышите свое название, свое имя или название своей организации, мы просим перейти на мост, на нашу сторону, где вы здесь, и получите свои призы. Итак,
Давайте начнем с третьего места. Аудиоколонку получает участник конкурса, у которого хэштег выложен был либо Российская гильдия риэлторов, либо фестиваль канале. Итак, становится обладателем аудиоколонки сплит-системы 30 РУС. Есть такие у нас, сплит-система 30 РУС. Если вы здесь, подходите к нам на эту сторону и получаете свою аудиоколонку. А я напоминаю, что они сфотографировались и выложили в Инстаграм. Итак, сплит-система 30 РУС, подходите к нам на эту сторону и получайте аудиоколонку. Все мы помним, что мы также сейчас разыгрываем планшет. Планшет у нас получает человек, который также сфотографировал, сделал фото, точнее, выложил в Инстаграм. Это Вера Ростакова, 83. Надеюсь, Верочка здесь с нами, сейчас рядом где-то, не ушла в фестивале-канале. И мы также приглашаем сюда, на нашу сторону, выйти и получить планшет. Итак, Вера Ростакова, 83. Планшет вас ждет. Ну и, конечно, победитель конкурса от нашего партнера Астраханской региональной гильдии риэлторов. Напоминаю, сейчас первое место мы назовем победителя, обладателя телевизора от наших партнеров. Итак, телевизор достается Базаревой Юлии. Первое место, она получает телевизор. Юленька, мы вас также приглашаем сюда, к нам на понтон, где вы сможете забрать свой приз от наших партнеров фестиваля канале 2018. Итак, напоминаю, третье место заняли сплит-система 30 РУС. Второе, Вера Простакова, 83. И победитель Базарева Юля. Всех приглашаем сюда, к нам на батон, выйти и получить призы от нашего партнера. Let's start living dangerously.